Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами будем учиться съезжать с горки. Рассмотрим парочку способов съезда с горки. Самый первый способ – это не заезжать на крутую горку. Но раз мы уже здесь, поехали. Самый первый способ, проверенный, это торможение плугом. Кто не знает, как тормозить плугом, ссылочка под этим видео. Спинка ровно, ручки в стороны. Начинаем движение и как бы постоянно хотим присесть. Ножки у нас широко. Вот так. Второй способ. Проверенный тест-стоп. Кто не умеет тормозить тест-стопом, ссылочка под этим видео. Мы как бы ножка должны проехать по асфальту. Третий способ – это вот такой вот слайд. Но лучше его не делать, потому что можно упасть. Четвертый способ – это можно сбить скорость вот такими вот движениями. Кто не знает, как так делать, также ссылочка под этим видео. Ножки у нас параллельно друг к другу, поворачиваем и ждем остановки. Ну, как-то вот так. Но самое главное, ребята, не забирайтесь на крутые горки. Пишите комментарии и ставьте лайки. Всем пока! Пока!